have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем здрасте. Всем доброго времени суток. Вы не верили, но мы вернулись. Даже если вам это не надо было, но мы все равно здесь. Приготовьте свои глаза, поставьте их на ширину плеч и смотрите баротравму. Ближайший час точно будет посвящен этому. А Угрыш, открой дверь. Че, блин? Он дохнет, алло, блин, он сейчас дохнет. А можно нет? А чё такими темпами? Ты чё-то это, отбеливатель обожрался? Какого чёрта? Иди лечись. Я напою инопланетной кровью. Зачем? Иди лечись быстро. Я бутылку вискаря выжрал, всё в порядке. Так там хаски его хилить начинает, если он кровушку пьёт, если что. Я сам не знаю. Не как от здорового человека, если что. Ну а ты что думал? Там так-то это. Погоди, а капитан и здоровый человек исключают друг друга? У нее серьезная травма от музыкальной паузы. Не, уже легкая. Так. Physical resistance heavy. Я 8 пакетов. Сколько там пакетов крови сожрал, черт! Пьяный. Отлично. Мне кажется, легче было бы вылечить его вот этим. Я не вижу ничего, чтобы вы понимали. Не-не-не-не, короче, нормально. ХПшка начала возвращаться. Чуть-чуть. Упал. Можно мы поплывем на приключения, там, я не знаю, зачем? Да у нас капитан ужрался. Иди работай! Когда болит голова, самое то вот этим молоточком лупить по репе. О, да. Ты пьянствовал. Так. Не работай! Да блин. За пьянство на рабочем месте. Это штраф вообще-то. Да. Ой, я же говорил, вода. А! Что он Фрума зарезнист к урону? Смотри. Сейчас не сработал. А чё эти толпа этих наркоманов бегает туда-сюда паровозиком? Они с отверточками, зырь-зырь-зырь. Хорош! Вот ты его долбанул, у нас свет вырубился. Не обижайте их, пусть болванчики бегают. Я не хочу быть болванчиком и бегать вместо них. Вылези из-под стола, блин, рофлит он. Где обслуживание реактором вообще? Ну вообще 2 километра плыть, друзья. А я набухался в хлам. Что там будет? А я, ну, мы до вон плывем. Снизу что-то есть. Опасная глубина. 5460. Нормально, пройдем. Какая из пушек вообще? Что это за херня желтый сверх? Это эти рифы. Понял, все. Ой, я забыл, как они называются. Короче, желтое то, что можно разбивать. Да. Снизу! Спереди. Да. Но они вроде не задевают нас. Не вижу спереди, а вижу. Я слышу такое поле из этих ага. А это не физичные. Если бы у меня еще был экран в нормальном разрешении без блюра и. О, сверху овер много целей, что-то прям вообще жесть. Обе пушки верхние быстро перешли. Перешли. Уже. Ждите, приплывают. Они очень бронированные. Минус один. Второй к нам заползает. Он к слагу кусает. Слаг, завис, шрапнель. Как тебе осколки на вкус? Один только прошел. Всех остальных... Нет. После подуна самое то. У меня пушка разрядилась. Еще один заходит. О, спасибо. Хорошо снял. Слаг. Как ты? Не вижу вообще ничего. Я блюю, у меня весь экран.
Почему я это сделал? Blue water. Это синяя вода, да? Да, да, да. Так, ты запомнил. Я вообще безумен, что у меня двухстволка и с солью, наверное. Соль для текилы? По твоему состоянию, соль не та была явно. Ну, шпиля сверху больше нет. Видимо, снесли. Да, с такой-то перестрелкой. Чё орёт? Не знаю. Спереди, молох, идите. Я не вижу. Бей детей. Я бы с радостью. Не вижу пока что. Ты на передней пушке? Да. Сейчас на таран будем молота детей брать. Молот. А ну так противно орут гадости. Их да. Очень много. Сзади, сзади, сзади цели! Вверху цели заходят на нас. Я вижу, вижу, вижу. Долго грызу. У меня опять боеприпасов нету. Я заряжу. Давай. Садись, стреляй, блин. Ребят, я протрезвел. Так, чуваки, у нас интрудеры. Слушай, от такого зрелища за окном сложно не протрезветь. Я прям перед твоим окном черта разорвал. Если что, я вышел из своей рубки, мне стрёмно стало. Мы тонем! У меня тоже патроны закончились. Я капитан! Да, что? Нас топит. И? Тебя через экран утащили? Да. Да, заряди ты патроны фиговые. Ебать! Что? Кто в меня выстрелил? Хороший вопрос. Там два какого-то говна к нам заползло. Сейчас попробую посмотреть, что по наружке. Ну на это отсюда! Это запилюшер! А ну отплыви, я ему сейчас в харю плюну! Дай сюда! Жена! Что-то ему пофиг как-то. Так, на его чуть коснул, но, блин. Его бот кусает, видимо. А мне его сейчас пойду зарезу. Я его загрыз. А, хрена себе. Здрасте, я, по-моему, стрелять собрался. Мы сейчас хренанемся! Черт. Да нормально, давно уже. О! О, потолок падает. Потолок падает. Точно? Они выплывают. О, меня застрелили. Чем? Меня снайпнули в полете. Ну. Мне кажется, мы тупо застряли, да? У нас боты живые еще остались? Остались. Да еще никто не умер. Мне страшно. О! Я тебя жарю немного, все хорошо. Легко. Так, что-то сзади что-то булькает, мне кажется, нет. Это сверху у нас и пробоя настоящие. Я вижу, я же вот на вас смотрю, блин, сейчас. Всякие туши. Ну... Ай. Чё за херня?! Где? Нормально, судя по звукам, спереди все плохо. Фрум, чё там? Я упал. Я не хочу ядеркой стрелять, но это очень плохое. Оно меня подтянуло сейчас туда. Что происходит? Что это, мать его, такое вообще? Почему оно такое большое? Где оно вообще? Сверху. Он сидит на нас. Нормально. Какая кому? Это мать шипостая? Жизни у него просто 100-500 миллионов. Я еще вот сейчас с хвостовой пушки мочу, но ему как-то все равно. А, это Молох. Молох. Мотлох. Не надо! Ядеркой. Может, ядеркой. Я же говорю, мне очень хочется, но вот нет. Мы умрем. Да. Все, 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 он склеился. Да? Пойду погрызу его. Ты же точно склеился? Я уже достреляю патроны из этой фигни, перезаряжу. 400 метров, и мы умрем. Не надо. Ну, мы на критической глубине. За потрошками. И подлодки наши... Я поздравляю, мы активно снижаемся. Нас молохом придавило, потому что, блин, нам столько-то... Столько нас тонн. Воины. И это тоже. Так, ну я вроде этот... починю немножко. Вроде в реакторный потолок заварил. У нас весь экипаж сейчас занимается починкой, да? Ну, кроме меня, ленивого. Так, ну с верхнего шлюза вода уходит. На палубах тоже нормально. Не, мы не, ребят, мы не тонем, мы сели, нормально.
Прекрасно. Меня, кстати, снаружи не забудьте, пожалуйста. Тут, кстати, в Молохе столько всего интересного. Выйдите, пожалуйста. Окей, сейчас глянем. Сейчас глянем. Ты про пули? Нет, тут фрагменты панциря, кости его, гидропоксид. Я еще какой-то бракит стырил у него. Не знаю, бронхит, возможно. Принял. А оно не помещается. Только в руки, что ли? Как это сделать? Так, G. Я заберу пару вещей отсюда. Кости и шмости. Что тогда уплываем? Обратно. А Свак, знаешь, что взрывалось тогда? Ну. Да я, короче, сварочный аппарат с огнеметом перепутал и начал это баллоны с кислородом жечь. Так, оставлю это. У нас в реакторном отсеке вообще такое чудо света просто. Какое? Увидите, офигеете. Не сомневаюсь. Интересная штука, не радиоактивная. Ну-ка, поехали, посмотрим, кроме блевота. Ничего. Кроме блевота там ничего нету. Ты будешь хорошо. Офигеть, водопад. О, красиво было. Я успел застать немножечко этого чуда. О, на записи, значит, будет, отлично. О, вы прикиньте, у нас сейчас шум моря прекратится на палубе. Вряд ли, вот тут еще что-то течет, смотри. Насос вкачивает. Выкачивает. Оба! Ребят. Вы видели, как я эпично воткнулся башкой? Сигма, у тебя дробовик есть? Нет, у меня только этот гарпун с разрывными патронами. А у тебя есть обычный гарпун без разрывных патронов? Нет, обычных гарпунов у меня нет. Хорошо, стреляй с разрывного. Куда? Хром снимай. Что, где? Подождите, я не... Отойди от боеприпасов, пожалуйста. Если я в тебя выстрелю... Пошли на верхнюю палубу. Ты на верхнюю палубу. Там боеприпасы, не туда. Ладно, ладно. Ты понимаешь, что если я тут выстрелю, то исчезнет весь корабль? Почему с топором бегает? Ну что, у меня пальцы большие. Вот там стой, вот там стой, вот там стой. Фрун, нам нужен профессиональный оператор. Нет, не надо. Стой, не стреляй пока. Где вы? Привет. На самом верху. Камерамен. Ну? Я готов. Отойди. Рил, отойди. Сзади меня встань. Че я батам башку снесу нафиг. Готов? Ага. Блядь. И нахрена? У меня щит в руках был. Говно. Да иди ты сюда. Ага, руки нет. На самом-то деле отрасти. Что кипит? Ничего не кипит. Что кипит? Я тебя пою кровью. Пою? Пою. Теперь у тебя психоз, поздравляю. Офигеть. Меня напоили кровью, я психанул. Офигеть. Офигеть. Я побежал. Это перевод корабля на ручное управление был. Понял. Флексус. Мы типа. Теперь мы типа ножками гребем. Ручка. А чем? А, цели внизу. А, ну да, ручное управление, логично. Постоянно забываю, путаюсь в пушках. Красота. Ёбин-мобин. Ёлки, нет! Чё там опять? Там прям очень плохо, чел. Не, ну мы быстро. Шикарный бабай. Ребят, у меня панель управления горит. Да охренеть, блин. Почините кто-нибудь, а то мы вообще не поплывем. Мы, по-моему, уже не плывем, мы тонем. Так, погоди. То есть пока все так и задумано, да? Вообще нет. У меня есть балласт, а вода. Быстро в балласт, быстро в балласт заваривайте там все. Завариваю балласт. Я же говорю, иглохрень эти. Мы же двигаемся дальше, я надеюсь. Мы на дно падаем. Игна. Очень успешно. И сзади что-то приближается большое. Блин, там большая иглохрень и много маленьких иглохреней. А заваривайте. Я паркуюсь. В этом шлюзе. Я паркуюсь, ребят. Все в порядке. Это парковка.
Нас дворки всей толпой в шлюзе сидят, здесь ныкаются. Ребят, все в порядке. Ни хрена не в порядке, верхние турели, ребят, быстро! Я ползу обратно к турелям. Я заваривал шлюзы, ё-моё. А это у нас настолько крутой шлюз, что мы полностью погружаемся, да? А, мы на стене валяемся. Сэр, извольте не стрелять по мне. Сэр. Офигеть. Ёпар, СТ. А, я всплыл. Пипец. Еще одну мелкую дичь забрал. Разорвал ту, что рядом со слагом была. По-моему, ты мне по стеклу стреляешь. Я пытаюсь вылезать оттуда эту херню. Еще одну гадость. Большое! Спереди. Осталось большую только разорвать. Большая с ядерки фигачит. Большая сдохла. Чем она сдохла? От смеха, что ли? Моей очереди. Ладно. Ой, блин! Как... Охренеть, как классно, смотрите, они добавили индикацию. Этого не было раньше, по-моему, или было? Нет, вон. Ты про патрона? Индикацию лампочками. Да, раньше не было. Блин, какая штука удобная. Так, посмотрите еще на пушке. Я слышу адский агонизирующий ор. Или это я уже кукухой поехал? Нет, на самом деле, вполне могёт быть. Меня выкидывает, я не знаю почему сейчас. В плане выкидывает. Ну я сажусь за пушкой, меня выкидывает, хотя по идее не должен же задыхаться. У нас потоки тут. Течение М3 подлодки. Ну а таким количеством пробоин не мудрено. Да блин, иглохрени вот эти, это прям. Они насквозь подлодку просто просвигачат. Да. Виктория, это проблема. Быстрее чините, у нас там конденсаторы начинают отдыхать уже. Писать просто по полной. Отдыхать. Да. О! Я в курсе то, что он склад с боеприпасами насквозь прострелен. Ну а чё нам? Сейчас бы тут боеприпасы рванули, во прикол был бы. Они же от игл не должны, по идее. Кто знает. Рил. Тогда от половины Европы просто и следа не останется. Планета расколется от такого ядерного потенциала нашей подводки. Пустой баллончик взлетает, он возносится. Вознесение баллона, ну слава амнисии, конечно же. Так, научись точки починить. По-моему, у нас реактор сдох. Чуть-чуть. Вытащите персонал, пожалуйста, из шлюза? Из заточения. Откройте дверь, пожалуйста. Откройте дверь, пожалуйста. Ой, как в реакторной все классно, у нас под реактором пола нет. Ща. Я завариваюсь. Да я снаружи плаваю. Ребят, реактор под водой горит. Бывает. Вода горит, всё нормально. Горит реактор, не надо. Кто помнит мемчик «Вода горит, все нормально»? Не знаю. Даже не знаешь, хрена себе. Естественно, вода горит, ты же ее поджег. Естественно. Почему я не могу зарядить шип, поставив в этот в гарпун? Калибр не совпадает. Очень жаль. А если я большой попытаюсь? Можно, пожалуйста, реактор перестанет на меня орать? Нет. Ладно. Я вообще не удуплил, что со светом произошло. Действительно. Так, в гигантском шипостае есть цинк. А, ну надо да. За него. Не умрет от дефицита цинка в организме. Умрет. Так, стоять! А куда мы? Стоять, блин, я домой хочу! Я снаружи, вы меня сейчас о потолок раздавите! Ребят, простите, пожалуйста, я забыл поставить корабль на автоплот. На ручник поставь! Прям у тебя такая же... У меня в руках отвертка, я не могу стопнуть. Остановитесь! Остановитесь! Я заплыл. Остановитесь. Нет, подождите, я передумал, я хочу сувенир с собой взять. У нас, кстати, дверь поломалась. Починить? Да что там бьется до сих пор? Нас бьют или... О, механическая металла. Это я башкой об палубу. Все нормально тогда. Как она? Повреждения мозга не обнаружены. Не, я, конечно, могу быть боцманом. Ха-ха-ха!
сомневаюсь. О, мы откачиваемся. Что-то сверху. Я все подачи кислорода восстановлю, а то боты не умеют дышать. Дышать не видно. Кислорода. Это не видно. Ой, как хорошо. Сижу, точки. Короче, одна единственная встреча с иглохренями и все, и нам весело. На пол подводки чинить, да. На пол серии с вечными приключениями. Вечные приключения, ты называешь починку корабля? Ага. Чего у нас в этом шлюзе вода постоянно? Что с ней не так? А, потому что днище все еще пробито здесь. О, ребят. Шо? А почему тут бот сидит в шлюзе? Выпусти его, пожалуйста. Там сидело двое или трое. Че делать? Это так, задыхаемся. Сваг. На, попей. О, питьё. Так ты не прям пей, а в себя, типа, в этому, наливай черту. Можно от меня бот отстанет, он меня схватил? Нельзя. Так, а что я хотел вообще сделать? А, вспомнил. Вообще, буст ремонта за счет игры на гитаре такая классная штука. Фу, ну что смотришь? Еду, а не смотрю. А. Что, я нас отпарковал немножко, чтобы эти туши с нас съехали. Да я просто тут... шоке немножко. Что, почему? Что происходит? У меня... Вы ничего не видите? Что мы должны видеть? Сейчас в Дискорде скрин скину. Я посмотреть сейчас не смогу. Я опишу. А, ну у него там стекло горит. Сел в лодку и сгорел. Так, а что ты над нами? Подожди. Это этот? Или это тот? Нет, подожди, что это за кусок чего-то? Что это? Попыли изучать. Скорее всего, это ванпост живой. Какой хрен его жив... Там не... Ну, там не... Ладно. Там нет ни хрена на этом, на сонаре. По идее, над нами нет ничего. Сам ванпост живой. Почему у меня рубка горит? Да я тебе сейчас стекло пробью, будет тушиться. Потому что да умереть. Да ёберный театр. Я пошел, гляну, не уплывайте без меня, пожалуйста. Пока. А что где пошли изучать? Ну прям над нами какая-то хрень непонятная. Почему я фонарик не взял? Подсветите мне турелькой, пожалуйста. Сейчас босс рельсотрона. Посвечу. Нет, стой. Мы куда-то двинулись? Она ж была только что здесь. Эта шняга вроде не двигается. Ты её до сих пор видишь? Несанкционированный доступ. Я в ней. Где? Я внутрь залез. Она подсвечивается, когда ты прям очень близко подплываешь только. Не-не-не-не-не, я прям вот тут плаваю, там, где оно должно быть, но тут ничего нету. Я сейчас выплыву к тебе навстречу. Подплыви к турельке и давай вместе туда ломанемся. Я к окну подплыву. Я к окну! Можно нету? А, вот ты... Нет, это не я тебе. Я тушиться пошел. Я у окна. У какого окна? Тут нет ни хренища. А, вот. Нет, привет. Привет. Где она? Вот и эта шняга. Она у меня только что прогрузилась из ниоткуда. Да. А вы что думали? У меня фонаря нету. Там что-то слышали? Нет, у меня фонаря нету. Блин, это печально, я не вижу ни хрена. Я не пойду так туда, там темно. О! Паск! Ну мы же братья! Мы же, да, он нам ничего не сделает. А... Чё за... Чё? Чё это было? А я ж дверь ломаю этим. Ребята! Mm. Тут еще одна хрень вот эта вот. Где? Нет, по-моему, топорика не хватит. Грязевой раптор. Да хрен с ним, с грязевым раптором. Тут еще эта медуза сраная. А где по-моему... наш корабль? Вы корабль на ручник поставили? Да. Сейчас будет вылегать. Где он?
Вот я тебе про то же! Он опускается в рум, мы с собой сонар его пробили. Вниз. Если его там сейчас чавкнет, это будет весело. Конец серии, походу. Я обещал мучить зрителей час, вы чё? Чего, блин? Я горю. Ай! Отпусти, Молох! Отпусти. Почему оно светится в темноте? Ну что он этот, золотой. Ну и как он, Сигма, помнишь, как их зовут? Физикоревый. Физикоревый. Ай-яй-яй-яй, больно! А я даже не знаю, где я. Оно меня сейчас убьет. Я покусанный. Я приближаюсь к фобусу. А оно меня убило. А ты где вообще лежишь, кстати? Я в нигде, в Молохе. Ты прям умер? Да! И не, меня можно еще резнуть, но это бесполезно, потому что тут Молох. Я попытаюсь. Если вы меня найдете, я в полнейшей темноте, я даже без понятия, как описать, где я. Я забираюсь на корабль и всплываю к Фруму. Насколько ты далеко отплыл? Фрум, ты сильно видишь, если я по тебе ядерка выстрелю? Давай, хренач. Я нифига не вижу в целях безопасности, наверное, все же на аванпост вернусь. Вот я про то. Это не аванпост, а корабль, ну ладно. Корабль, пофигу, я лучше с ползуном на кулаках драться буду, чем вот это вот все. Я, по идее, должен истекать кровью. Но я, похоже, сейчас сам себя резну, подожди. А, ну хаски тебя оживит, да? Может, ты ядерный взрыв переживешь? Сейчас я отрегенерируюсь немножечко, подожди. Пойдешь опять с Молохом грызться. Я топором на него нападал. Фрум, видимо, из планктона, который в воде вот плавает, конечности себе регенерирует. Нет, мне сейчас реально интересно, что со мной будет. Тварь, которую я только что отверткой затыкал, оказывается, была беременна. Ребят, я не ошибаюсь, но, по-моему, подлодки нет. Я резнулся! Фурма, тебе плыть вниз. Я не могу, у меня... Летающий? Таскаешь? Не-не-не-не-не, я двигаюсь, охренеть! Я двигаюсь! Офигеть. Что-то атакует корабль, на котором я нахожусь. А, проблема в другом, я потерялся, я без понятия, где я. Фрум, плыви вниз. Вниз? Да. А, ребят, знаете, что я вот смотрю? А я внизу. Сценар. Я пошел вверх. В плане внизу. Ну, я ни хрена не вижу, у меня только очертания сварочного аппарата в руках. И когда я плыву вниз, он упирается таким образом, как будто я уже приплыл. Пипец. Я тут с Хаском в вальсе кружусь. Блин, мой ребят, я не знаю, как описать... мой сонар заметил... Нету. Как сказать-то, блин... Короче, я вырубаю сонар, и мой сонар видит оранжевый сонар 3. Ага, охрененно. Ребят, а как бессмертному существу помереть, не зная, где я нахожусь? Ну, никак. Смотри, я себя чуть из-за гарпуна не убил своего. Успешно. О, тут снаряд рельсотрона есть. Я даже не знаю, плыву ли я куда-то, потому что тут темно. Вы можете мне поискать сонар? Вы ни один из вас не на корабле, да? Я на корабле. Поищи меня сонаром, пожалуйста. Фрум, если ты мне скажешь, как мне рубку починить. Я тебя могу поискать сонаром, если я починю здесь реактор. Давай. Осталось его найти. Я нахрен заблудился. Как это возможно? Я знаю, как, в принципе, можно от этой твари избавиться. Я могу глубоководную приманку скинуть. О! Если я буду подсвечивать себе баллоном, я хоть что-то вижу, подожди. Ну, типа сварочным. Баллоном? Ну, сварочным аппаратом. Но это мне не помогает, это дает мне немножко света. Не, ребят, все, я сейчас с рельсотрона стрелять ядерного буду, мне пофиг. Давай. Офигеть, что-то атакует меня. В плане корабль качается от ударов. Либо он начал тонуть активнее от того, что я его пооткрывал двери. И вам сейчас меня придется по всему морю искать. Сначала меня по всему морю найдите. Это было справа, погоди, ты справа что-то херачил, плыву направо.
Это релисотронный был выстрел. Я понимаю, но он был очень далеко направо, я плыву направо. Так, здорово. Ну, Молоха больше нет. А, нет, есть. У него просто череп теперь раздроблен. Как он теперь думали будет? Вот теперь проблема следующая. У всего экипажа лучевая болезнь, и у нас крыши нету. Позитивно. Вы в кабриолете? Я слышал только что звук движка лодки, стой. Или это не лодка была, это был Молох. Ну, состояние рельсотрона оставляет желать лучшего, экипажа тоже. Мы умрем от рака простаты. Не-не-не-не-не-не, с тобой точно ничего не станется. А эти бедные упыри, ну хрен с ними. У меня лучевая болезнь. Ты хаск. Да, но... Лучевая болезнь. Я воскрес вообще, какая нахрен лучевая болезнь? А он ему сейчас хаска убьет, лучевой болезнью, и все. А клетки будут неправильно делиться, я не смогу конечности отращивать. Раковая опухоль. Блин, я просто трындец. А что мне делать? Я серьезно, я в нигде. Фрум, я тебя найду, если попробую под лодку починить. Откуда здесь сирена? От чего она работает? Я даже не знаю. Ребят, я ставлю пока что на паузу, потому что это, конечно, офигенный геймплей, но... Когда что-то решится, тогда посмотрим. Так, ребят, возвращаемся. У нас тут очень странные вещи происходят. Я плыл в нигде достаточно долго и наткнулся на мертвого спецназа, мертвого офицера безопасности. Забрал у него СМГшку, и оказалось, это тот чел, которого скинул Сигма. Я поплыл наверх и попал вот в эту вот станцию. Не понятно, что тут происходит. Тут странное яйцо, между прочим. Какое-то семечко. Так, о, привет. Здорово. На фронте подлодки все без перемен. Молох решил поспать на нашей подлодке. Мы нашли сверху друг друга. Ой, слушай, тут канистр шел, рейлган шел. Так. Ну слушай, канистр шел полный, его бы с собой взять. Его можно только в руки взять, это печально. Тогда не возьмем. А ты куда поплыл? Вверх, вниз? Вверх. По лестнице. А, вы то есть плаваете? Мы да. Нашлись! Обосраться. Приплывите ко мне, снесите эту, отвлеките эту гниду. Я не могу к тебе приплыть вообще. Если мы найдем... Никаким образом. Попробуем это все запустить сейчас. Я даже не знаю, где здесь этот... реактор. Да, согласен. Я его так и не нашел за это время. У тебя тоже фонарика нету, да? Да, я себе плазменным рюкзаком подсвечивал. Вот и то же самое, блин, охрененно просто. Я боюсь выплывать отсюда. Ты абсолютно прав, потому что снаружи ты нахрен заблудишься. Я себя чувствую доктором Скрентоном, короче. Вот у меня тоже здесь красная лампочка есть, и это единственное, что здесь есть. Меня дверью убило. Убило? Ну... Сознание потерял. Даже хаска офигел от такого. Я в сварочный аппарат вставил офигенный этот баллон для огнемета. Я считаю, я молодец. Он как... О, Крум, тебе нужен отличный сварочный аппарат? А ты где? Я на верхней палубе тут плаваю. Я вроде тоже максимально наверху, но я тебя не вижу пока что. Я понятия не имею, как убивать молоха. Здесь генератор где-то работает, видимо, еще. Я свет врубил. Там лампочка загорелась. О, да, что-то загорелось, подожди. Чини щитки. Сейчас мы это говно починим, оно еще и поплывет. Оторвем его от скалы и уплывет. Да, у меня тут свет где-то загорается. Я и сонар починю, и БСВАГа найдем. Или он нас найдет. Я не знаю, я отсюда уже... все. Я уже срастился. Меня уже отсюда... нашли. Часть корабля, часть команды. Активный сонар. Какой нужен вообще сонар? Ну, типа, этот, активный. Я считал, он не сонарит вообще. Может, потому что еще не работает. Внимание, недостаточно... А, ну кто бы сомневался, что недостаточно энергии. У нас тут лампочки или загорелись. Реакторном отсеке можно дышать. Да ты и так дышишь, где угодно. А я для ботов стараюсь. Ну, баллон есть. Тут даже вода не капает. Да-да-да. Я нашел еще один сварочный аппарат, живой.
Слушай, но щитки дают напряжение. Да. Хаск. Да, они нормальные, типа, если их не трогать. Не, мертвые. А, ну, значит, это я его уже загрыз. Плазма-катер у чувака. Да, это я в нем оставил его. Это не мой, это какой-то с трупа. Или я из щитка его спер. Короче, я там оставил его, он мне не нужен. Я с этим плазменным рюкзаком тут ползал, тебе подсвечивал. Какой же геймплей шикарный. 20 нажиманий на кнопку ремонта из 20. Видишь? Все заценят. Вот тут еще труп. Не, ну мне нравится, я как будто в War Thunder играю в симуляторные бои на кораблях. Симуляторных боев на кораблях нет. Блин, реалистично. Так, вот эта лампочка рядом с... О, я нашел карту! Карт? Ну, типа... Карта. Вот тут вот, где лампочка... Лампочка погасла! А, там сдох, скорее всего, этот. Да, щиточек. Я знаю, где сонар находится, он просто не работает. Слушай, пушки... Это перископ. Не работает, это перископ, нет. Это перископ, это не пушки. Подожди. Щиточки... Может, мы его починим, сейчас заведем здесь? Нет, щиточки полностью выходят из строя, потому что все нахрен затоплено, это понятно. Ну так давай этот, крышу чинить. Тут, ну хотя вроде там на карте было нарисовано, что есть крыша. Нет, а вода не уйдет, потому что ее не выкачать. А может мы найдем это? Вода вычерпываете. Реактор. Нет, есть энергия. Если есть энергия, значит насосы должны работать, если они живые. На всякий случай их можно починить. Я в темноте не особо шарю. Бывает. Блин, не авторизированный этот доступ. С трупа какую-нибудь карточку найди. Я просто одну дверь закрыл, чтобы, ну... А! Потолок нельзя чинить, если его нет. Да. Вот. Есть немножко такое. Обидно немножко. Не немножко. Какой из этих всех щитков отвечает за свет? Я хочу видеть, что я чиню. Не хочешь? У меня нету места, на самом деле, для карточки по-хорошему. Факт. Буду терять неохота. Да ладно! Заработало! Офигеть. Может, я сейчас еще Молоха убью? Невероятно. Давай попробуем найти реактор. Давай, я забрал карточку, сейчас попробуем починить пару вещей. Вот эти постоянно дохнут, ну ладно, их надо хотя бы хоть чуть-чуть поддерживать. Так это же для зарядки этих батареек. Ребята, вы прикиньте, я на верхней палубе уже стою. По-моему, конструктор. Хочу вот батнуть. Нет, это подожди. Нейт Николис. Вообще реактор есть? Чувак, ломик. У меня свечка классная, конечно. Так, а это дверь, не дверь? Почему я здесь не могу? Ясно тут. Я буду поддерживать рабочие щитки, чтобы у нас было хоть немного света. Заперты, блин, в подводной тюрьме. Да вы... У вас хотя бы стражника нету. Да хоть какое-то удовольствие. Какое-то веселье. А как дверь починить? С помощью чего? Отвертки. Или багажного ключа. Не, прям починить. В смысле? Ну, если дверь порвало. Ключ. Во, нормально. Чинится. Я просто... Это дверь в шлюз. Если ее сейчас залатать... Оба, 138 метров под нами. Слева снизу. Завелись уж, что ли? Там, может, приплывете? Стой. У меня дверь начала работать. Попробовать. Я вижу Фрума на сонаре, кстати. Че, Фрум, попробуем нырнуть? Куда?
Влево-вниз нужно нырять куда-то. Насколько влево и насколько вниз? С этим сложно. Так, на у меня... 138 метров. Стой, у меня тут герметичная дверь. Да. Внизу, починил. Если попробовать... Где насосы? Надо понять, где насосы. Если попробовать откачать всю эту херню... Удостоверение личности. Йота. Это ты, это Хаск, это кто? Ну, я Хаск. Но я тут плаваю где-то. Это провода оборваны, кстати. А почему написано ключом починить, но я не могу ключом починить? Потому что я нафиг монтировкой оторвал. Когда вплывал. Нет, я ничего не отрывал. А я отрывал. А. Когда входил. Это немножко объясняет. Эту дверь нафиг выйти. Так я могу ее сейчас закрыть. Я думаю, что у меня такое окно прозрачное, а его нет. Он видал? О, она заработала. Я его ломом закрыл. Ломом открыл, ломом закрыл. Сейчас через пробитый потолок вплыву. Ты хочешь рвануть к лодке? Ну, можно попробовать. Так, иди сюда, одно условие, что не отправимся. Ребят, на лодке вообще не позитивно. Сейчас я вплываю через потолок обратно. Где? Ты уже потерялся, блин. Я у сонара. Я не знаю, где сонар, сейчас. Я хочу заскринить перед тем, как путь. Это хорошая идея. Оставь надежду. Тут на входе красная аварийная лампа. Мы через здесь. Ты идешь вниз. Давай сюда. К входу внизу на лестницу красная аварийная лампа. Я тебя тут жду. Оставь надежду всех, всяк сюда входящих просто. Я, конечно, хотел эту табличку с надписью повесить на входе в подлодку. Так, что-то я потерял. Вниз. И направо. Вниз и направо по лодке. Там, где эти отсеки с ядеркой. Так. Да. Надо обратно прогрызть. Сейчас отплыви. Не, я же его чинил, вот просто на кнопку нажать можно. Можно? Наверное. А, я понял, в чем проблема. Надо выключить сонар, нас поэтому долбит молох. Вас. Не пролезли. Еще внешняя обшивка. Да, я ее заварил. Молодец. Что же? А, я... Стой! Пятачок, я застрял! Где... Так, 8? Я пробил. Нет, это не то. О, все, я вылез. Я пробил тебя. Спасибо. Сейчас плывем к этому краю, от него пытаемся вниз куда-то. Так, ну и куда-то вон туда. Давай. Как в стае гусей. У тебя карта, я за тобой. Карта у меня, конечно, просто шикарная. Будь она карманная, вообще прекрасно было бы. А так... Я даже понятия не имею, куда мы плывем, по сути. Класс. Я просто знаю направление. Нет дорог, есть направление. Так, ты можешь фонари вверх там поставить или еще что-нибудь? Хоть что-нибудь, да. Сейчас попробую. Вверх направо, направь что-нибудь. На 45 градусов. О, что? Да. На нас светит снизу. На вас молот плывет, ребят. Да хрен с ним. Че, я его загрызу? Вот они. Ага, мы нашлись. Команда живая? Нет, команда еще живая, прикинь. Входите да. Быстрее, мол. Он сейчас отплывет, я по нему ядерко жахну. Корабль! О, тут фонит от радиации, как хорошо. Я постарался, ребят. Неужели? Я вас поздравляю, добро пожаловать домой. Мне нужен фонарик, срочно пошло это все. Я больше из корабля без фонарика не выплываю. Где эти герои, которые были успешно потеряны где-то? Давайте быстро за дело чинить все четыре. А, серьезно? То есть мы тут это, а он тут это, и чините его? Ну,
ты это? Где фонарик? Я задолбался с этим молохом здесь тусить. Я, конечно, он не самый лучший собеседник, понимаете? Ни в коем случае. Ты чё, как это? Ты просто не смог найти с ним общий язык. Да, у меня длинный острый, у него вообще нету. По факту я прав. Так. Не, ну... Так мы же работаем, все же нормально. Я не пойму, чем... Что не так вообще? Задолбал меня этот молох. Пипец. Зачем? Это для контента, контент. Я так понял, тебе нравится этой фигней заниматься, да? Ты в курсе, что оно живое, нет? Я не знаю. А. Фурман, оно живое? По-моему, все. Победа? Ну, то есть... У нас боты чуть не сдохли, они на верхнем шлюзе находились. Ну, чуть. Ба. Братан, да пофигу. Он вроде живет еще. Ну, почти не считается. Главное, что не умерли. Жив, цел, орел. Орет. У меня теперь фобия. Ладно. Это бара травма. Я не полезу на улицу теперь. Чинить это все. Боишься, что я вас опять оставлю? Да! Мне кажется, нужно запретить ему подходить к эльфатронам. Не, это обычно моя фишка, хреначить эльфатроном. Мне просто нужно было расслабиться. Вы, по-моему, неквалифицированный сотрудник. Смотри, давай посмотрим на положительную сторону. Он не хренанул ядеркой, когда мы проплывали мимо. По нам. Ну, да. Хотя очень хотел. Я понимаю, я бы тоже очень хотел. Я бы в следующем раунде вам такую... Я бы в следующем раунде в реакторной бы заварился, и там 4 стержня бы вставил. У меня 100 слова есть на это, на рубке. А если я по нему начну взрывными болтами стрелять? Не переживай, я просто вырублю реактор от стены. Ты просто себя угробишь и все. Каким образом? От радиации сдохнешь, я не знаю. Че ты вообще глупые вопросы какие-то задаешь? А если я пойду взрывными болтами по ядерным этим стрелять болтам? Будет не позитивно. Прям под твоей рукой. Кроме того, что мы сегодня так развлекаемся, у нас в принципе цель задания это была какая-то или. Да, приплыть. На ванпостом. Мы не приплыли. Нет, эта серия таки будет называться «Приплыли». Что у нас пробито еще? Очко. Твое. Да. Есть пробитие. А я не знаю, все. Корабль плохо что-то как-то чувствует. Да нет, он очнулся наоборот, все хорошо. Что же произошло? Не знаю. Насосы починить надо. А где наша команда? А, да плавает тут. Все нормально, у меня просто кнопочка свернулась, я подумал, что все сдохли. All dice. Тогда бы я точно флага загорел. Да блин, откачайте воду. А я в такой обстановке 20 минут сидел. Я там легендарный нашел. О, откачивается что-то. Там копье Ахава валялось. Кто Ахава? Ребят, у нас, в принципе, целостность подлодки есть. Да? Вот это да. Я бы, конечно, шлюз вообще заварил. Точно есть целостность подлодки. Что ты в меня с пистолета целишься, блин? Ну что ж, поздравляю. Мы на коне. Кто сдохнет? Быстрее за таблетками. За какими таблетосами? Чем вы там закидываться собрались? Да мы ботаку снули. Мы друг друга сидели и ботаку снили. Прости, ботан! Помню.
Вкалывай всем, короче, коллекционит. Мы так... Не, подождите, пока он кашлять начнет, узнаете, кто это. Вот это! Когда на тебя бежит человек со шприцом, орется вот этот. Фрон. А, ничего не горит теперь, нормально? Нормально вроде. Ребят, отдай молох еще один. Никакого га. Можно без ядерок, пожалуйста, братан? Ибо доверие — это человек, который не разорвет пол нашего корабля. Где молох? Вверх стреляйте. Пока не стреляйте в плане, типа. Вот сейчас будет, два их, по-моему. Чак и... Ох, ты ж я. Усь. Да, молох. Ну, тут... Опять корабль тянить. Ну ёбан, молох. По-моему, он откис. Нет, еще не откис. Он не захотел то, киснуть, ты... я еще патроны иду. Ох ты ж я. Один сдох. По-моему. Нам еще хаск плывет. Да хаск фиг. Ура! Старина, свали нафиг! У нас бот сейчас взорвался. У нас бот взорвался. В смысле взорвался? Из-за давления. А, ну нормально. Да я не то хотел взять! Сюда прямо. Не, он взорвался насмерть. Ну, минус бот. Один сдох. Бот, да, один сдох. Я про молоха. Фиксим с ботом. Да не фиксим. Инженер умер. Высококвалифицированный. Один из великих инженеров, бог, которые участвовали в паровозике инженерном. Он грызется к реактору. Ой, я хаску голову оторвал. Дайте мне посмотреть в глаза этому молоху, как ему не стыдно. Если ты выплывешь, тебя разорвет фугасными снарядами. Получай, гадина. А, и тут тоже закончились патроны. За императора! Болен, блин. По-моему, он сдох. Все, чини. Сколько мы сегодня? Четверых, пятерых за серию ухреначили? Ну мы молодцы. Да. Не, структурная целостность нашей подлодки просто поражает. Дайте мне сервисотрона по морде, пожалуйста. Если отплывешь, то дам. Если подплывешь, то не рельсотроном. А чем? Папа, кинь в эту... Почему у нас хаски на палубе верхнего валяются? Я его убил. Даем. Он там флексил спереди, и мне пришлось застрелить ему голову. Блин, ну почему никакой крови нету? Я похилиться хочу. Че, кто молох пойдет лутать? Мне места нет. Я палубу заваривал, подождите, слутан. Я медикаменты скинул просто на пол нафиг. Ребят. Я специально все нашел. Да? Погоди, это тот? Да. У него голова на месте или нет? Да, на месте. Значит, это он. Пипец. Дружище нас преследует. Что орёт? А что нам больше нужно, кости или кусок панциря молоха? Я не знаю. А для чего это все? Я понял, продать. А давай, слышишь, Слак, можешь эти яйца в бота дохлого засунуть? Я достал, сейчас я пойду засуну. Жесть ты, конечно, гений. Не, ну подождите, Скайрим нас многому обучил. Сейчас я ему их заселю, куда их пихать ему? Рот, иди. Дай, я сам сделаю. Ешь. Я покормил. Так, хорошо. Сверху мне Сигма подал идею. Я его забираю к себе в руки. Я понял. Я молоха разобрал. Так.
У нас примерно несколько минут осталось до окончания серии. Чем бы мы могли ее красиво завершить? Тем, что еще... Взрывом подлодки. Нет, тем, что не будет еще два сражения с Молохом. Че нам еще... Я, кстати, второго Молоха не залутал, так что... Пока не отплываем. Как только ты это сказал, у меня уже кнопка волна, что мы двигаемся. Куда я так наружу еще? Я пытаюсь вернуться сейчас. Ничего не делай, пожалуйста. Ладно. Я смотрю, у тебя тоже остались приятные воспоминания. Тру! Я ничего не сделал! Я ему сказал вернуться на то же место, откуда мы отплыли. Это ручное управление просто стоит здесь. Пипец. Он не будет останавливаться. Я протаранил башку и стекло. Надо было его разбить вообще, пропилить. А где ты там? Ползу. Я поел яиц этого. Тут херня какая-то. А, это Молох. Блин, вкусно. Я бы тоже сейчас хотел. Я опять жрать хочу, кстати. О! Кто-то мимо пробегал. Сколько мяса с этой туши, если бы оно было съедобным. Да, мы же не едим, но все равно. Так, где мое поле эксперимента? Вперед! Поплыли, потом экспериментировать отдай. Будешь. Дай! Хватит труп пихать крови! Он уже сдох! Хорошо, тогда я сам съем. Зачем вы это делаете? Ну, я просто хочу, чтобы из него получилась новая жизнь. Я не про труп, я про звуки бздынь-бздынь. А, это я ему башку пытаюсь отломать. Чтоб Сак прекратил над ним издеваться. Надо его вылечить, подожди. Да! Синтия Мелоун, Синтия, подожди, твоя жизнь еще не закончилась. О, ребят, я нашел ту подлодку, в которой вы были. О, ура! Где? А вот справа, слева? Слева? Да, под нами. Справа, под нами. Можно мы уплывем от нее, там навевает неприятными воспоминаниями. Можно как-то тушу смыть? О, спасибо. Ох, блин. Швартуйся к этой фигне. Великое возвращение. Экипаж это, говна. Это была одна из лучших серий, как бы. Фух ты, ёпарас это. Слава богу. Унимает под тяжестью воды. Да. Храним. А, вот все сохранилось, внизу значок сохранения идет, хорошо. Фух, ребятушки, как-то вот так вот. Да. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Адью.